Приветствую на канале Asmod Play. Продолжаем играть Max Payne. Давайте посмотрим, куда это меня затянуло. Так, мне нужно было найти грузовое судно Шарон. Так, ладно, вот он первый стоит. Так. Остальные где? Где вы? Опа. Ну-ка, давай-ка посмотрим. Что у нас здесь? Так. Ага. Вон они, получается, как стоят. Так. Вот так. У меня, потому что тут патроны были, поэтому. Вот так. К орлу, к пустынному орлу. Понятно. Что ж, не будем разочаровывать. Гранаты, дробовик, прекрасно, красавчик, подсуетился. Опа. Да откуда? Охренеть, он меня там разделал. Вот так. И Зигму, пустынному орлу. Оп. Понял. Получается, здесь с автоматов надо было. Ничего страшного. Сейчас мы от пустынного орла возьмем обратно. Неплохой пистолет. Мне нравится. Все, пустынный орел зарядили. Будем хренакаться сейчас. На УЗИшках. Тоже ничего нет. Никакой пасхалки. Не разложили, не положили. Он не проходит. Стрелять, стрелять, пройти, не пройти. Давай. Вот так. Тут дробовичок. Опа, там что-то затырено, затарено, спрятано. Опа. Ну, более утоляющий только. Ладно. Так, это пустынный орел.
Ни хрена не так. Все. Восстановили. Все, честь по чести. Едет жених к невесте. Сзади свита, припудрена завита. За ними сундук, казинаки да фундук. Ладно. Нет. Здесь мы не пройдем. Нет, надо обязательно в окружную идти. Так. Дробовик к беретте. О, я и берету себе подправил. Прекрасно. Так. Сверху, да, будут нападать? Ладно. Подождите. Откуда ждать нападения? Опаньки. Ну-ка. На. Вот и все. Прекрасно. Максимум берите. Ага, вот так мне и надо двигаться. Вот. Вот так. Пока хорошо иду. А где у меня там этот был противник-то? Вон. Сейчас зайдем, посмотрим, что там. Ну так. Так. На. И еще разок. Ага. Вон вы на что рассчитывали. Ладно. Поехали сюда. Где вы еще остались? Никто не стреляет, никого нет. Еще не вечер. Бам, бам.
Вот. Ладно. Ну ладно же. Прям вижу, как они оттуда должны выходить. Не выходят. Ладно. Ну как тот, кто в тюрьмочке живет? Ну все, вроде бы прекрасно сработало. Ладно. Ой-ой-ой. Ну давай. Да, вроде бы. Сейчас будем смотреть. Так. А как тебе туда попасть? Козлина, как замаскировался-то там. Вот ты... Что ты будешь делать? Ладно. Поверху. А, подожди, а мне туда тогда как попасть? Непонятненько, неясненько. Но я же вижу, что туда можно попасть, у него там барахла. Как-то через дверку туда. Понятно. Ну-ка, если вот так. Тоже никак. Охренеть. Ладно. Идем сюда. Вон он. Вот он я. Нашел корабль Бориса Дайма. Ты
Вот так вот. Опа. Вон и патроны. Так. Так. Понятненько. Что еще тут есть? Что? Я никого не вижу больше. Зато они хорошо тут устроились сразу на выходе. Патроны к берете. Ну вообще не так. Патроны к берете. Нам не надо, берите патроны. Нам падать не надо. Ох, чего-чего, ну вот эти-то мы их сейчас расстреляем. Угу. Опа! Ржавчина давно уже захватила власть над этим кораблем. Борис Дим должен был быть на борту. Мне нужно было убрать половину его команды, чтобы подобраться к цели. Оружие, скорее всего, лежало в трюме, в масляной воде среди крыс. Блин. Так. С этими разобрались. Пустынный орел. Где ты? Нету. Ладно, пополним сейчас. Идем посюда. Ай. Слушай. Опа. Еще один. Вот так. Прекрасно. А вот теперь можно и пустынного орла собрать. Не, да? Собрали. Так. Ну, даже не знаю, что мне. На орле быть. Hey. На. Так. Ладно. Есть еще от орла что-нибудь? Блин. Патроны к пустынному орлу. Этот вообще кому? Уберите. Вот так тогда получается. Вот хорошо, что мы на него сразу не пошли. Охренеть.
Спасибо тебе. Вот так. Я где ты? Дим, это говорит Анжел Панчинелло. Анжел, скажи мне, что для тебя значит Дим? Могу поспорить больше, чем просто имя. Макс Пейн угадал с первого раза. Ты труп, сука. Ты уверен, что не путаешь меня с Борисом? Конечно, ты прав. Очень скоро мы соберемся и потолкуем о нашем деле. Ты... Катить бочку на Панчинелло было опасно, но когда люди сходят с ума, они делают ошибки. Нужно помнить об этом. Я хотел, чтобы Панчинелло сделал именно это. Тогда уж он точно не устоит на ногах и упадет. Лучше прямо в могилу. Экс. Опа, аж две береты. Охренеть, ни хрена ты. Вот так. Оп, еще и зверг это угадал. Скажи дьяволу, что тебя послал Дайм. Не понял, почему ты сразу в меня стреляешь еще? Ладно. Скажи дьяволу, что тебя послал Дайм. Опа. Ну давай. Еще один. Так. Один другого захренакал. Да охренеть, это что за нахнагель-то? А, это же босс, все, понял. Сейчас мы тебя уматывать будем, подожди. Охренеть, подожди-ка. Так. О. Получилось. Сейчас, минутку. Мы тут таблетки оставляли. Как-то ни хрена ты с дробовичком-то. Заставил меня попотеть немножечко. Так, ладно. Горячая и горючая смесь кого-то. Нифига. Еще таблетки одни. А ты
Ты знаешь, как себя вести? Кто считает не так, пусть бросит в меня камень. Это Владимир. Бери любое оружие. Встретимся потом на мосту. По полной, да? Ну, вроде бы все забрал. Так. Ну-ка, давай-ка смотреть тогда. Ой, нет. Встретимся на мосту. Мне еще отсюда выйти надо, да? У тебя есть все, что тебе нужно? Да. Я в долгу перед тобой. Если что-то будет нужно, я справлюсь сам. Когда я закончу, починал, больше никому не будет доставлять проблем. Ясно, как водка. Но если ты вдруг окажешься между молотом и наковальней, просто свистни. Это может послужить началом долгой и крепкой дружбы. Ты ведь сам неплохо нагрел на этом деле руку, гангстер. Даже имея такое количество оружия, я понял, что не смогу вынимать Панчинелло из особняка. Я мог надеяться только на то, что он поведется на мое нытье. Он поверит, что победил. Это Макс Пейн. Я хочу заключить сделку. Пейн, ты труп. Мне все постоянно об этом твердят. У меня в руках твой корабль и груз. Я хочу встретиться с тобой. Без труда не выймешь рыбку из пруда. Сечешь? Знаешь мой ресторан? Да, знаю. Через час. Ресторан починила, знавал и лучшие деньги. Снег падал с неба, как пепел после конца света, но это было на улице, а в ресторане Дона скоро будет очень и очень жарко. Я знал, что на Анджело Панчинелло вряд ли появится, но надеяться ведь не грех. Ну что ж, я думаю, на этом все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк, оставляйте комментарии. Увидимся в следующем видео. Пока!